Давай. Бежим, 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 бежим. Ну, я думаю, телепортироваться через локации они не умеют, поэтому мы... А, это к Бахе сдавать, что ли? Опять. У него двухстолка, я к нему не хочу, я его боюсь. А еще у него ноги нет, у меня такое подозрение, что это он сам себе двухстолка ее отстрелил, чтобы не ходить никуда. Своей двухстолкой, чтобы людей напрягать. Так, что он тут? Ага, вернуться к доктору Зеду. О, новый уровень. Да, кстати. Что-то можно по скиллам придумать. Да, давай придумаем что-нибудь по скиллам. Ну ты че, какую ветку будешь качать? Ну, смотри, у нас две адекватных ветки, это защитник и медик. Можно... А что, ракетами нельзя стрелять, да? Ракетами, хочешь ракеты, можешь в принципе ракеты. Но я просто думаю, что защитник по-любому нужен, потому как патроны у нас заканчиваются нереальными темпами. А, ну да. Ну давай, берем тогда патроны. Начнем с патрона, посмотрим, стакаются они или нет, а там если что решим. А может я тогда медика покачаю? Ну качай пока медика. Для начала. Для начала. Хотя бы вот скилл, который с самой правой стороны. Станция поддержки. Нет, не станция поддержки. Ну я пока квест дам, ты там повыбирай. Уровень здоровья. Слушай, я по-моему сами. Я понял, что я хотел. Я взял плюс 1% здоровья в секунду, когда турель есть. Я трех песиков привел с собой. Они не оценили. Ну ты пока с ними разбирайся. Ну, они что-то тут кусают меня понемножку. Я разбираюсь. Да, ничего с тобой не будет. Я объясняю им политику партии, что если мы тут бегаем, то нас кусать нежелательно. Так, надо его доску объявлений. Так, короче, нам доску объявлений дали. Два задания. Баху, иди сходи к Бахе. Бах опять хочет. Давай. Там какой-то на выходе охранник появился. Я у него никак попасть не могу. Он охраняет, но... Да я его попасть не могу, все стреляю. О! А ты турель поставил? Так. Тут еще несколько. Справишься? Да. Ну, иди сюда, я тоже турель тебе поставлю, порядению немножко. Патрончики. Ну, нормально. Очень медленно регенятся патрончики, конечно, пока. Да, первый уровень скилла. Ну, мои 50 патронов, конечно, надо будет потом приложить. Так, а после Бахи у нас еще какой-то. Ладно, я погнал к Бахе, пока... А я тачкомар попробую включить. Потому что он здесь просит подойти к нему, говорит, включить меня. Звучит заманчиво. И убить раздолбая, он говорит, что если хочешь тачку, убей раздолбая. Но ты там у Бахи-то поговори все-таки. А, ты уже поговорил, да? Да, говорит, есть еще работенка. Ну так давай. Так. А это опять к этим, к песикам идти. Ну я так понимаю, раздолбая мы сейчас все равно не осилим. Пойдем к песикам тогда. Да. И семена забирать надо будет, да? Блин. Ох, там сложно будет нам с нашими пушками. Пойдем там разберемся. А, стоп, мы шестые. У тебя там хороший автоматик был на шестой. Такой я взял уже. 6, 7, 9, 22, 7, 6. Ну вот. Вот и я теперь взял. Проверим. О, хороший автоматик. Слушай, реально хороший автоматик. Еще у него обойма с полтос. Ну это я тебе огненный отдал. С двух выстрелов песика убивают. А то и с одного. Клёво. А нам тогда сейчас все равно. Правда, единственное, раздолбая, ближний бой придется подпускать, а это чревато бывает.
Смотрим, как там. Как там? Что, главное, чтобы гранатами не начал бросаться. А. Так. Ну что у нас тут? Патрончиков закупить, говоришь? Да, это обязательно. Может, купим все-таки усиление-то для хотя бы пушки этой, не? Или не надо? Не знаю, смотри. Там, в принципе, достаточно пока этого. Ой, какой-то этот квест взял. Запись робота. Прикольно. Но мы ее найдем, конечно, я нисколько не сомневаюсь. Пойдем. Запись робота найдем. Так, тут у меня песики. Ой, да. Слушай, хорошо так их стало валить. Прям на выходе из пещеры. Да, чё? Ну, как они могут быстро. Ну да, с такими пушками ничего не страшно. Ну пойдем дальше качаться, чё. Ты там мне пятую точку-то прикрывай хотя бы. Да, вот уже. Так, у меня такое подозрение, что я не туда немножко пошел, да. А нам все равно. А знаешь, как это называется? И вот он, и вот тут енот достал пулемет, и больше енота ничего не волнует. Собачки. Хорошенькие, пушистенькие, да по везде. Ой, точно. Я там песики насилуют, по-моему, нет? Не кажется? Ну, вообще я их. Немножко. Один на меня покусился, прикинь. Ну давай там заканчивай уже с псинами. Они же вонючие. Ну, пока живые были, еще нормальные были. А! Птиц, птиц. Птичка невеличка. А как ты там наверху уже оказался? Да а не я знаю еще... я. Птиц сейчас меня кусай. Больно. Ай-яй-яй за яйки. Всё, так, погоди, мне надо, я затапнулся, мне надо что-нибудь распределить. А, вот я еще и этот, слушай, у тебя этот турель еще и щиты восстанавливает, бывает, прикольно. Так, я эту дырку охраняю. Давай. Тут там больше никого, правда, нет. Я ее охранял. Честно охранял. Так, у меня такое подозрение, что сзади там кто-то не вылазил. Да из трубы даже вылез. Ой, еще один. Все, вроде, не? Нет, еще нарезались. Меня кто-то кусал сзади. А да, вот же. У меня больно кусил. Так. Этот робот что-то говорит. Не по-русски. Не по-роботически. Ой, тут это, сундучок. Волшебный сундучок. Идешь смотреть? Ну-ка. Да. Что у нас интересного тут? Щиты, погоди, не бери ничего. Быстрая регенерация здоровья, быстро. Ну я левый беру, ты правый. А чё, нормальный щит, что ли? Да, клёвый щит, кстати. Ну-ка. Так, и нам туда. Нам вниз. А. Ну, быстро регенка, так чё, брать надо? Да. Поехали вниз. Бдыщ. Весь щит сожрал. Прыжок. Да. А всё прикольно. А мне понравилось. Ой, тут не только мне понравилось, тут песик, песик. А я на КД.
Папуха, я тут для того, чтобы тебя прикрывать. Да, конечно, я помню твои прикрывалки. Спасите, помогите. А у меня же голова закружилась от такого количества поворотов. Потому что песиков тут немерено. Так, погоди, нам наверх. А, да, вот здесь можно подняться нормально. Пойдем. Погнали. А, закрыто. Вот уроды. Придется обходить. Ну там обходить придется, не здесь. Ну ладно. Мы не гордые. По пути песиков пожарим. Ну или они нас пожарят. Интересно, откуда у них деньги? Ну понимаешь, они жрут всякую гадость. В том числе людей. Я так вот подрезаю откуда-то оттуда. Забавная версия. Ну, особенно не любят кусать за жопу, а там, как обычно, бумажники находятся. Еще более забавная версия. Слышь, со своими забавными версиями задолбал. Ты, может, придешь, поможешь? Версия забавная. Чем я и занимаюсь. Вообще, я так понимаю, плохая идея хранить бумажники в заднем кармане. В заднице, да? Вообще в жизни очень много плохих идей. По сути, по определению. Птички, твари. Птички не милички. А-а-а. Все? Воздушные змеи, блин. Запустил кто-то воздушных змеев? Они обрели сознание. И теперь... летают и ищут этого гада. Так, что у нас дальше по квесту? Погоди. Шрама. О, нам шрама дали. Давай его шрама сразу завалим. Давай, сразу пойдем туда. Накадешься. Я вовремя тройку поставил. Я, кстати, прокачиваю на турельку восстановление здоровья. Ну, тоже пригодится, что полезный навык. Так, шрам. Только у нас сейчас быстрая регенерация здоровья на щите, поэтому я вообще крайне не уверен, что оно надо. Ой. Тут кто-то на меня обиделся. Это шрам на меня обиделся? Да, фига ему шрам. Закритовал лицо. Ну да, если в упор оно критует почти 100% случаев. Не, ну а чё он на меня наехал? Я ему в лицо взял все это, лицо и поломал. Высказал. Не, а чё, нехер было тут это. Где он патроны для пулемета бери? Вернуть ногу? Ты что, ногу вырыгал у него там? Ногу? Ну, квест «Вернуть ногу» отметился, что да, вернули ногу. Какую ногу вернули? Мы... А, так это же Бахич, да, да. Это а он к шраму... А ты у него в желудке копался, что ли? Этот шрам пришлось. Баха настойчиво попросил. Ну да, двухстволка не оставляет шансов на выбор. Так, лады. Опять мне кто-то за жопу кусает. Они просекли, что у тебя там чемодан с деньгами. Да нет у меня там чемодана. Тем более с деньгами. Ебадабаду. Скидыш. Куча трупов собачек валяется. А чё, кстати, птички на нас нападают? Вон, ели бы собачек мертвых. Ну, наверное, не привлекают их собачки мертвые. Больше люди живые. На меня тоже много чего не привлекает, но факт остается фактом. Так я предлагаю телепортик сделать. А давай.